Бренд Кубот, вы слышали о нем, а я знаком с ним еще с 2017 года, когда впервые протестировал их бюджетный смартфон. 18 мая 2020 года – знаковая дата для бренда. Сегодня они представляют свой новый бюджетный смартфон, который должен попинать конкурентов. Это будет Кубот P40, и сегодня, 18 мая, дата его анонса. Продажи начнутся 6 июня, а уже сегодня можно положить этот смартфон себе в корзину. Ссылка на магазин в описании к этому ролику. Цена на предпродаже $89, что очень конкурентно, исходя из тех характеристик, которые обещает производитель. Заказывайте уже сегодня, и уже через 2 недели после указанной мной даты смартфон полетит к вам. Полные характеристики производитель еще не раскрыл, но у меня для вас есть некоторые данные. Подробнее о них сейчас. Во-первых, Кубот P40 это 4G смартфон, двухсимник. У него будет 6,2-дюймовый дисплей с каплевидным вырезом под фронтальную камеру. Разрешение 720 на 1520. Внутри будет 4 гигабайта оперативной памяти и 128 гигабайт встроенной. А по поводу фронталки забыл сказать, это будет модуль на 20 мегапикселей от Samsung. Тыльная камера состоит из 4 модулей. Один из них Sony IMX486. Плюс еще 5 мегапикселей макродатчик. Ну и еще датчики остальные будут отвечать за глубину. Обращу внимание, что вспышка большая и состоит из 2 диодов. Один с холодным свечением, а второй с теплым. Батарея будет на 4200 мАч. Уверен, что и время зарядки будет не очень долгим, потому что заряжаться это все будет через USB Type-C порт. Процессор еще не знаю какой, но точно будет MediaTek. И точно с поддержкой NFC. Ну и приятный бонус, Android 10, что очень хорошо для бюджетного сегмента. А корпус будет доступен в 3 цветах, черном, зеленом и голубом. Как вам такой набор за $89? Свое мнение пишите в комментариях к этому ролику. Что ж, один экземпляр смартфона я уже положил в свою корзину на AliExpress. Жду официального анонса от производителя, он уже сегодня, 18 мая. Советую сделать это и вам. Ссылка на официальный магазин Кубот в описании к этому ролику. Там же ссылка с розыгрышем, в котором абсолютно бесплатно можно получить один из 10 смартфонов. Ссылка опять-таки в описании к этому ролику. Участвуйте, вам повезет. Ну а я, как и вы, жду подробностей о Кубот P40 и обязательно с вами поделюсь ними уже совсем скоро. На этом все, с вами был Андрей и портал Smartphone.ua. Есть вопросы, задавайте в комментариях, обязательно отвечу. На этом все, всем пока.